Привет всем. Обратно начинается мошенничество. Пробует 450 тысяч евро мне подарить. Типа африканский какой-то. Вот этот Deep Shop Web. Он мне подписался, я посмотрел ее видео. Вот. Можете вбить вот это, посмотреть. Так, вот. 465 тысяч евро. Это неплохо, конечно, на халяву. Вот, ну а дальше что там будет? Я тут, правда, записал. Сейчас. Угу. Заходим на почту. Вот, на литовском языке. Я уже тут его перевел на русский. Ну, типа, африканские какие-то там мошенники или как-то. Ну, в общем, уже... Пошло. Потом будут выманивать, что там через адвоката что-то не пошло, там где-то еще, типа, доплатить надо, до переплаты или как там, и платить эти денежки. Но... Вот так-то. Тут она осталась. Так, зайдем еще, посмотрим тут в этот, что пишет. Есть тут один такой... Нигерийские письма. Нигерийские письма. Вот, можете почитать там. Будьте осторожны. Идет большой этот. Будут денежки выманивать. Нигерийское наследство. Так что, товарищи, будем осторожны. Вот тут заканчивается запись. Так что, что вы думаете об этом?